И снова россыпь наград и призов из Пензы. 35 дипломов со Всероссийской олимпиады архитектурно-художественного творчества имени Владимира Татлина привезли учащиеся Челнинской школы искусств. Да-да. Всего в этом году свое мастерство на этом конкурсе продемонстрировало более 400 юных архитекторов, дизайнеров и художников со всей страны. Уровень художественных школ поднимается, но мне кажется, что на всероссийском уровне именно наша школа занимает очень высокий уровень, так как мы готовимся по всем специальностям. То есть мы дети универсальные. Если на Олимпиаде участвуют дети, например, по живописи, кто-то по рисунку, мы занимаем хорошие места и награды по максимально всем Олимпиадам. Я езжу в Пензу уже во второй раз для участия во Всероссийской Олимпиаде имени Татлина. По сравнению с прошлым годом мой уровень творчески вырос. Впрочем, делегации из Набережных Челнов, завсегдатай конкурса и воспитанники школы «Да-да» здесь всегда в числе лучших. К слову, подобный конкурс уже 25-26 марта пройдет в нашем городе. Челненцы организуют открытую 6-ю республиканскую олимпиаду имени Бориса Рафаиловича Рубаненко, архитектора, который проектировал застройку Набережных Челнов. А пока ребята еще делятся впечатлениями от поездки в Пензу. Преподаватели же подводят итоги очередного этапа обучения. И результаты конкурса здесь наилучший показатель. Я думаю, все-таки это важно, потому что проверяется, насколько дети могут обобщать вот всю информацию, которую они здесь получают. Вот, потом проверяется преподавательский вклад, туда мы идем или не туда. Все равно это как бы волнительно, так происходит каждый раз, как первый раз. Хотя мы 12 лет подряд там работаем, тем не менее волнуемся.